В Чувашском национальном музее прошел семинар «Современные награды, подарки и сувениры. Успешные региональные решения». Об актуальных направлениях развития наградной, сувенирной, представительской и памятной продукции. Основной организатор семинара – объединение «Диалог Конверсия». Компания работает на рынке наградной атрибутики более 22 лет. Важный принцип объединения – это организация производств в регионах. Сейчас в России проходит много соревнований. Для того, чтобы каждый спортсмен запомнил старты, организаторы вручают специальные призы. Изюминка таких наград – региональная принадлежность. Очень важно использование региональной символики. Вот мы сегодня здесь много этого показываем, чтобы кубки, медали, призы, они содержали символику Чувашской республики, города Чебоксары. Ленточка была обязательно флага Чувашской республики. В Чувашии производством наградной и подарочной продукции занимается компания «Информмедиа», официальный дилер объединения «Диалог Конверсия». Каждая награда индивидуальна и технологична. Сейчас рынок наградной продукции – это не просто классические дипломы и кубки. Крайне важен оригинальный дизайн и разнообразие материалов, например, награды с элементами художественных промыслов гжель и хохлома. Появляются специальные тематические предложения к праздникам. В производстве применяются новые технологии персонификации, например, прямая печать, когда станок печатает практически на любом материале, нанося полноцветное изображение. Применение современных технологий в производстве и персонификации, креативный подход в разработке наградной продукции позволяет нам в кратчайшие сроки поставлять на рынок оригинальную, доступную и качественную наградную продукцию. Особое внимание компания обращает на потребности самих спортсменов. Алексей Соловьев рассказывает, что для соревнований неоднократно заказывал всю наградную продукцию в компании «Информмедиа». Сотрудники фирмы всегда шли навстречу и готовили запоминающиеся награды. Я заказываю наградную продукцию, кубки, медали. Всегда все довольны, нас устраивает и качество, и самое главное – отношение. У них очень много новинок. Все время эта компания держится, я думаю, что в курсе всех новинок, вообще, которые на российском рынке наградной продукции как бы появляются, всегда можно у них найти. Главный принцип работы компании «Информмедиа» – совместить цену и качество продукции, чтобы соревнования, прошедшие в Чувашии, были достойны побед спортсменов, развивали патриотизм и оставляли только хорошие воспоминания.